Ну, в принципе, уже богатый улов. Тут я, как всегда, тут накопал кучу пещер. В общем, тут уже обозначил тупик. Ну, пока я не теряю из виду вот эту свою лестницу. В принципе, по уму, конечно, можно было бы поставить здесь эти ступеньки. Вот так. Я бы поэкономил булыжник, который мне нужен для того, чтобы перемещаться дальше. Понимаешь? Булыжник мне нужен для чего? Но я добыл уже себе руды. Из руды я себе сделал инструментов. Вот. Вот сюда. Так. Руда. Сколько у меня ее? Где она, блин, тут вообще? Ну вот, по крайней мере, вот золото, смотри, золото, да? И железные руды 23 штуки. Это уже неплохо. Андезит. Света уже можно сделать. Вот еще железная руда. То есть железные руды у меня уже, дай бог, сколько. Изумрудик нашел. Ну, в общем, в целом, получается, надо мне делать еще один сундук. Даже еще два. Сейчас сразу же сделаем. Рубим это спокойно на бревна, на доски. Как говорится, порву на флаг, как кричат в Far Cry. Делаем двойной сундучок. А вот это что? Редстоуновский повторитель? А что это? Редстоуновский повторитель. Слушай, ребята, хочу это записать. Подожди. Сейчас вот здесь записываю. Редстоуновский повторитель. Неплохо. Так, ладно, понятно. Потом сделаем. Так, а что я это самое? Сундук, подожди. Сейчас, не путай меня. Это что, коптильня? Печь. Бревно-то темный дуб вокруг. Коптильня, подожди. Лодка, коптильня. Сейчас тоже сохраню. Подожди, я запишу. Лодка. Коптильня. Охренеть. Так, ну пока что мы, тем не менее, делаем еще сундук двойной. Потому что я чувствую, что уже ничего не вмещается. А его поставим. Ну, давай поставим вот так. И вот так. Все. Ну что, я не знаю, делать мне этот... Сколько у меня тут булыжника? Раз, два, три, четыре. 5, 6. То есть, а надо, смотри, 3. Да, как раз 6 и надо. 6 и надо. Но столько ступенек мне не надо. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема, ты понимаешь? Ну ладно, давай, знаешь что, я пока действительно обойдусь, наверное, без ступенек. Потому что... Ой, не знаю. Не знаю, как быть. Ладно, давай сделаем. Чё, хватит уже сомневаться. 4, 5, 6. Как раз все это порежем на ступеньки спокойно и все. Потом, в крайнем случае, возьмем эти ступеньки с собой. Так. Ну, блин, это целое наказание, боже, так спускаться. Ну, что это за дела? Все, я трачу это все и совершенно не думаю. Да, все, распилю на ступеньки, все. Назад этого теперь не вернуть. Так, и нам надо будет тогда в следующем сете выплавить себе еще инструментов и дальше покопаться там. Может быть, накопать себе алмазов и двигаться дальше. В ту сторону. В сторону севера. Иногда я хотя бы визуально посмотрю. Ну, а что тут смотреть? Вот я вижу сахарный тростник.
Мы даже... Давай сходим за ним сразу. Потом я его забуду, а он очень нужен. Я его взял? Да, взял. Так, 6 штук. Отлично. И вот тут. Где-то я, где его еще-то увидел? Вон он. После этого мы в срочном порядке возвращаемся, потому что потеряться здесь это пипа будет полная. Так, это звук прихода ночи, если что, не страшно. Не страшно, так, рубим его. Все. 12 тростников. Здесь у нас много песка. Так, песочек, ну хорошо, давай сразу его подкопаем тоже. Потратим алмазную лопатку. Я не знаю еще, когда я здесь окажусь. Так, 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 так. Так, так, внимательно. Так, чпок, чпок, чпок. Все собираем. Так, ну сколько? 61. Давай все, перфекционизм 64 сделаем. Все, сделали. Все, уходим, 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 уходим. Владивосток 2000. Здесь плывем, бежим по воде. И вот здесь уже можно будет подниматься. Я надеюсь, что мы уже здесь найдемся. Так. Так, поднимаемся, поднимаемся. Да, нашлись. Вот да. Все. Неплохо. Я доволен.